буквы «Т» дает человеку настырность. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Обладатели этого имени менее других склонны к внутреннему самосовершенствованию. Обладатели этого имени нелегко связать с супружескими узами или долгое время удерживать возле себя, поскольку это неизбежно ограничивает их стремление к свободе и независимости. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. У этого имени определяют такие индивидуальные характеристики, как смелость, выдержка, целеустремленность, в крайних случаях необоснованный риск и необузданный темперамент. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. У обладателя, согласно «Л» в имени, тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.